Привет, мир, привет, Белгород. С вами, как всегда, маленькая компьютерная мастерская Happy PC в городе Белгороде. Даня, на фоне меня Ванька, делает ноутбук, который мы подарим кому-нибудь на Рождество, на Новый год. Собирает из двух, в общем, делает одну конфетку из двух аппаратов. В данном случае у нас DV6 тысячный. Спасибо подписчику, который его бесплатно прислал. Спасибо еще одному другу, который принес на него батарейку, надеюсь, она рабочая. Новая клавиатурочка, в общем, сделаем красоту и кому-нибудь ее вручим. А сегодня очень важная тема, ролик, который был с нашего канала убран, ролик про мошенничество, про развод в сфере компьютерной мастерской. Я надеюсь, вы этот ролик ждали. И я думаю, мы вот немножко его дополним, картины сделаем, что ли, более объективные. Ну и, наверное, каждый сделает для себя еще кое-какие выводы. Иди сюда, Антох, мы прям начнем с тобой с пылу с жару. Буквально сегодня, да, или вчера, не вчера, знаю, когда, да, вчера написал дня. Человек, да, зовут Максим. И вот что он пишет, я, наверное, сейчас увеличу. Пишет Максим: хотелось бы трезвой оценки работы. Оплатил за апгрейд ноутбука 17 тысяч рублей. Мужик за вечер с меня срубил 12 тысяч за работу. Оно того вообще стоило? Плюс он мне втирал, что мой ноут сейчас стоит 30 тысяч рублей. На том древнем i5 с древнющей видюхой, с монитором на 700 точек, сколько реально он может стоить в этом состоянии? Сколько реальная такая железка стоить будет? Просто интересно, реальная цена. Интересно, реальная, за сколько можно было бы купить? Продавать не собираюсь, просто надо знать. Lenovo G570 HD1360 на 768 экран. Процессор, судя по всему, это i5 2410, тут вариантов нету. HD Radeon 6370 M8 AZU, Windows 10 Pro, SSD-шка на 240 ГБ, терабайтник вместо дисковода. А теперь самое главное, что человек пишет, тогда, самое главное, апгрейд, человеку обошелся 17 тысяч рублей. Теперь давайте смотрим, за что. Вот. Собственно говоря, это город Оренбург у нас. Давайте я еще сразу, Антох, скажу пару важных слов. Мы сейчас не будем делать упор на какую-то конкретную фирму, либо просто, потому что это, безусловно, опыт каждого. Не даем гарантии того, что, возможно, это случай один, то есть, что это последовательность каких-то действий. То есть мы не будем давать сегодня оценку конкретно каким-то фирмам, просто вам покажем примеры, вот, и обсудим, как, что ли, это избегать. Я думаю, это будет максимально грамотно. Вот, поэтому мы не обращаем внимания, кто это и что это делает. Но иди сюда, Антох, давай посмотрим. Дело в том, что это происходит вокруг, и это не только в Оренбурге, не только в Белгороде, это Москва, Питер, вообще любые города, просто в бешеном количестве. Давай посмотрим, за что люди берут цены. Во-первых, опять же, зарубите себе нож Lenovo G570. Кто соображает ноутбук, сразу понимает. Полная разборка ноутбука 1000 рублей. Ну ладно, адекватно. Чистка ноутбука от пыли 550 рублей, в принципе, адекватно. Замена термопасты 500 рублей. Так, это уже у нас получается профилактика больше 2000 выходит. Ну, стоп, подожди. Оп, стоп, замена термопасты 2. То есть он где-то... Бог ты мой, то есть он поменял термопасту на процессоре и на видеокарте. Да. И за это взял 1000 рублей. Ух ты, то есть он по факту, что он сделал, я вам просто покажу наглядно. Вот у нас тюбик термопасты. Два чипа на каком-нибудь ноутбучике. У нас нет под рукой. Но по сути два чипа. Все, что человек сделал, это нанес раз 500 рублей, два 500 рублей. Это у нас называется 1000 рублей за замену термопасты. При том, что он за разборку уже взял деньги. За чистку пыли он тоже уже взял деньги. Фух, продолжаем. Набираем обороты, мужики, набираем обороты. Предустановка Windows 10. 3000 рублей. Что касается установки Windows 10, ничего говорить не буду, потому что неизвестно, лицензионный, нелицензионный ключ использовался. Как... Акцентирую, кстати, внимание, там на одном из стримов будет вот по поводу установки, там еще он писал. А, ладно, хорошо, да, то есть за Windows мы вообще ничего, за программное обеспечение говорить не будем, потому что не имею дополнительной информации. В теории может быть спокойно 3000 рублей стоить Windows 10, если действительно там использовался адекватный ключ и все что угодно. Но, тем не менее, 3000 рублей это прям ощутимо. Самое интересное пошло. Установка драйверов с диска мастера. То есть мастер с диском, блин, пришел. Стоимость 100 рублей. 12 драйверов он поставил со своего диска. 1200 за установку драйверов влупил. Изумительно. При том, что за установку системы уже 3 рубля взял. Поиск и установка драйверов. 190, то есть он искал. И 3 драйвера ему пришлось отдельно поискать. За каждый этот поиск он еще взял по 190 рублей. В сумме 570 получилось. Бодрячком, в принципе. Установка и настройка программ. Фух. Как он не устал это все делать, я не знаю. 600 рублей. Одну программу он поставил. Браузер, наверное, судя по всему, 600 рублей за это взял. Слава богу, что всего одну программу поставил, потому что если у нас установка программ 600 рублей стоит, то вот не представь, опыт не просто, да. Мог бы и парочку других программ поставить. Ну ладно, это все лирика. Вот это мне нравится больше всего. Сбережение информации перед
предустановкой системы. Сберегал он информацию. Стоимость 50 рублей за один, судя по всему, файл или гигабайт, я не знаю, в чем это. Но количество 55. Он 55 чего-то сберег и за это взял 3000 рублей. Сашка, как тебе? А можно мне к нему устроиться? Я смотрю, Ваня сейчас переезжает в Оренбург. Да, то есть далее мы смотрим. SSD-диск 240 гигабайт, 2750, в принципе, плюс-минус адекватно. Оперативная память 1750. Ну, слегка завышенная цена, но опять не критично. Да, это в принципе... То есть просто дело в том, что новый из магазина стоит дешевле, чем он взял, я не знаю, 1750. Ну, допустим, плюс-минус адекватно. Адаптер подключения HDD. Ты же не учитываешь, это же все работа ручная. Тысячу, да понятное дело, тысячу рублей он взял за салазки. Это оверпрайс, потому что салазка так-то стоит... В ДНСе 500. Даже в самом ДНСе 500-600 рублей максимум она стоит в самом дорогом магазине. Да, ну, допустим, он берет за то, что еще в магазин сгонял, купил, бог, 1000 рублей плюс-минус адекватно. Установка и замена комплектующих, еще 500 рублей все это все себе перекинул. А, ядрить, колотить! Установка и замена этих комплектующих он взял за установку жесткого в салазке и SSD вставил в ноутбук 1500 рублей просто за эту махинацию. Возьмите меня на работу. Вау! Вау, мужики! На жизнь хватало человека. Не душите. А где он еще должен заработать? Так, возвращаемся к объективу. Возвращаемся к объективной цене. Давайте теперь поговорим. Ноутбук Lenovo, безусловно, все, что вы сейчас увидели, это, я вам скажу, распространенная практика вот современных мастеров, мастерских или что угодно. Сколько получаем постоянно вот таких вот моментов, сколько там в черном списке вижу вот этих вот гипермастеров. Безусловно, это все гипер-оверпрайс, и у нас человек спрашивает конкретно об адекватности всей этой процедуры. И мы сейчас как раз таки говорим про адекватности конкретного случая и то, как избегать вообще случаев таких для вас. Дело в том, что Lenovo G500, давай просто даже наглядно, смотри, Антох, вот чтобы было наглядно, прям заходим на Авито. А сколько он стоит? Да, это я сразу заодно рассказываю, да не Белгород, да пусть будет даже, Оренбург, да? Оренбург, да. Какая-то штучка упала. Оренбург. Шлейфик, чуть-чуть. Оренбургская область, берем, у нас это бытовая электроника же вроде, да, ноутбуки. И давай G570, просто пробиваем, G570. Во-первых, напомню то, что это ноутбук примерно 2011 года. То есть ноутбуку у нас уже около 8 лет. И ноутбук 8-летний 30 тысяч стоит, к сожалению, в наше время очень маловероятно, один из самых топовых моделей. И вот мы берем Орск, это Оренбургская область, да? Да. Вот, берем, да вот даже, господи ты боже мой, их тут полно. То есть мы смотрим, сколько стоит такой новый ноутбук на Core i5 процессоре, плюс-минус одно и то же. Тоже Core i5 процессор. Смотрим, да, вот Core i5, вот, вообще один в один. Вот G570, i5, даже проц немножко повеселее. Видюха, вот, 2450, там 2410 было. Видюха один в один. Ну, оперативки тут 6, там 8, не принципиально. И мы смотрим на ценник 11 тысяч рублей. Я скажу сразу, по опыту работы компьютеров и ноутбуков, это более чем плюс-минус адекватный ценник за 8-летний ноутбук на Core i5 процессоре, да еще и с Radeon-овской не очень надежной видеокартой. Плюс-минус около 10, скажем так, от десяточки до там, 13 тысяч рублей разброс может быть. За эту комплектацию, в зависимости от состояния, это более чем нормально. А теперь ответьте на вопрос, ну как он может стоить 30 тысяч рублей в наше время? И вот какими вообще вот, способами мастер своего клиента подталкивает на неоправданно дорогой ремонт, апгрейд? Это просто сумма. То есть человек заплатил, по сути, ну чуть ли не 2 стоимости самого ноутбука. Если мы берем ноутбук в данном случае 11 тысяч рублей, то человек отдал 17 тысяч рублей. В полтора раза просто переплатил. За что? Ноутбук в стоимости по факту приобрел не сильно. Он приобрел в стоимости за счет SSD-шки, ну там пару тысяч рублей накинем и то, и все. И одной оперативной памяти. То есть ноутбук реально стал дороже, ну, на 2-3 тысячи рублей максимум, если человек будет перепродавать. И продать он даже в этой комплектации сможет, ну, не дороже 15 тысяч рублей. И то большие будут сложности, поскольку моделька очень... Там еще фоторемонт. Как да, поскольку очень-очень специфическая вещь. И, ну, вообще мне сложно что-либо судить. Поэтому однозначно сразу отвечаем тебе, Максим, на этот вопрос через это видео. Ни в коем случае это не оправдано. Это полный вообще абсурд, фарс как угодно. То есть, ну, это настолько нелогично и неграмотно. Это просто, ну, мастер решил на себе. Любой бы, я так скажу, любой бы адекватный человек или мастер, который бы, ну, подходит к более, что ли,
с разумом к ремонту и с душой к технике, он бы сразу сказал то, что такие, если бы, допустим, вложения были, они нецелесообразны для данного ноутбука, и круче он этого не станет, о каких там даже 5000 рублей, там 5-7 тысяч рублей для такого ноутбука инвестировать уже под вопросом становится. Но возвращаемся к нашему случаю. В общем, ребят, первый вот основной столб, чтобы на такие вещи не полагаться, не поленитесь, если вдруг вы вызываете мастера, не уверены, сколько, что стоит, посмотреть для начала хотя бы, сколько стоит реально ваш ноутбук. Без проблем заходите на Авито, вбивайте вашу модель и убедитесь максимум, сколько стоит ваша текущая модель на сегодняшний момент. И от этого вы уже отталкиваетесь целесообразность ремонта. То есть, если ноутбук стоит 10 тысяч рублей, а вам за ремонт пятнаху заряжают, то шлите всех лесом, говорите, что это нецелесообразно, не нужно ни в коем случае платить такие деньги. Случаи были, когда пенсионеры, не зная, сколько стоит их ноутбук, отдавали за ремонты своих 10-летних ноутбуков там по 15 тысяч рублей. Полная жесть. Такое ни в коем случае не рекомендую. И один, наверное, мой совет, самый грамотный, для начала узнайте, сколько стоит ваш ноутбук на БУ-рынке. Для этого существует Авито. В любой город зайдите, даже если на текущий момент в вашем городе такие не продаются. По России посмотрите, примерную картину себе составите. Очень-очень важный момент, зарубите себе на носу. Продолжаем. Иди сюда, Антох. Там еще несколько фоточек человек прислал. Судя по всему, я не знаю, что это до или после фотографии сделаны. Но мы тут видим, соответственно... Что мы тут видим? Процессор. Термопрокладочка. Я на G570 не помню, где у нас видеочип находится. Вот. Но, судя по всему, это у нас видеочип на термопрокладке. За что он, правда, поменял, вот это мне неизвестно. Опять же, не будем, ладно, обсуждать эти фотки. Мне непонятно, потому что это до либо после, что это вообще звучит, но не суть. Тут уже моменты про Windows тоже человек пишет. Я же у вас купил лицензионные винды. Да, ключ на десятку зашит. Что значит зашит? Ключ за вами от компании. Это вообще набор мне непонятных абсолютно вещей. А если я захочу сам сделать переустановку, теперь это только через вас или опять платить 3000 рублей придется? Нет, в течение года бесплатно. Этот ключ за мной навсегда, если он мне потребуется, я смогу его получить при обращении. Покупая лицензионный ключ, вы имеете всегда к нему доступ в любом случае. То есть и то, что мастер тут сейчас прогоняет, ну, на мой взгляд, это абсолютно тоже полная ерунда, потому что ты, если платишь деньги за лицензионный ключ, ты имеешь в любой момент к нему по факту доступ, будто он вшитый у тебя в сам BIOS ноутбука, при переустановке он у тебя будет автоматически подхватываться. Вот, либо вот, ты имеешь прям непосредственно либо цифровой, либо физический носитель, где у тебя прописан этот ключ, ты можешь его использовать. В итоге что мы имеем? Мы имеем абсолютно услугу предоставлена, тут 90 дней на всю гарантия дается, не, просто оверпрайс. Больше всего меня поражает вот эти вот, знаете, когда берут установка драйверов, которые ставятся, по сути, чуть ли не мгновенно, там максимум поставить драйвера занимает, ну там, 20 от силы минут, в зависимости от модели ноутбука, либо еще что-то. И за это берут за каждый драйвер там по 100 рублей, ну такое себе, в общем, учитывая, что они практически все мгновенно подряд все ставятся. Кто их где-то там драйвера подсчитывает. То есть вот эти вот переменные мастер может на свое усмотрение крутить и вертеть как угодно. Никто эти драйвера подсчитывать не будет, это никак не доказать, не заказать. И в принципе все логично звучит. За установку одного драйвера 100 рублей, ставим 12, 1200. Это уже безусловно на усмотрение самого сервиса, самого мастера. Я лично такое, ну, не очень приветствую. Это, по-моему, обдираловка откровенная, все просто жесть. И отвечая на вопрос, в данном случае у нас просто абсурдный случай. И Максим, к сожалению, по своей неопытности, неграмотности, заплатил 17 тысяч рублей, хотя за 17 тысяч рублей можно было купить абсолютно новый ноутбук, который, ну не новый в смысле ноутбук, а на БУ-рынке ноутбук, который мощнее его. Чипишка какой-то, чипишка. Причем существенно. То есть это, конечно, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Надеюсь, для вас этот случай, Максим, мы тебе ответили, а для вас этот случай был благодаря тебе, опять же, Максим, показательный. Постарайтесь такие ошибки не совершать. И момент такой. У нас буквально так же на днях, поскольку все-таки это видео, друзья, по сути, перезалив предыдущего, но чуть более грамотно, у нас на днях позвонила девушка, тоже из Белгорода, уже из нашего города, чтобы проконсультироваться, потому что ей за ремонт ее ноутбука, у нас там моделька была, кажется, Asus X550 или что-то около того, зарядили около 14 тысяч рублей, и она позвонила вся в переживаниях, в нервах, чтобы уточнить вообще целесообразно, стоит ли это того, либо и что делать в данном случае. Вот, и вы прямо сейчас этот момент посмотрите, пронаблюдаете, и мы, безусловно, его обсудим. Естественно, что будет происходить диагностика. После диагностики вам позвонят и скажут конкретную цену в конце, сколько это все будет стоить. Вы, если соглашаетесь, мы тогда производим работу. Если вы не соглашаетесь, тогда я просто посмотрю диагностику и все. И мне обратно отдают в изначальном состоянии компьютер. Ага, в изначальном состоянии компьютер. При этом вы платите за диагностику или нет? Да, за диагностику я плачу. Хорошо, я заплачу за диагностику, но там 200 тысяч.
2000, около 2000. Около 2000 рублей, ну, ну жесткая у них, конечно, диагностика. Просто сразу заплатите, да, вот за это 2000 рублей, насколько, если вы подписали эти документы уже, за эту диагностику. Собирайте ноутбук. В общем, Вик, смотри, иди сюда тоже, чтобы это было максимально наглядно. У нас какая ситуация? Жесткий, мы проверили, у нас действительно есть нестабильные сектора на твоем жестком диске. Mm-hmm. То есть ребята, которые тебе позвонили и, в принципе, рекомендовали, они ничего там плохого нету, действительно. Жесткий диск вроде бы твой, кстати, автоматическое восстановление не удалось, к сожалению. То есть у тебя проблемки действительно с системой есть. Вызваны были до этого или после, это уже значения не имеет. Жесткий диск действительно в состоянии с нестабильными секторами. В таком варианте всегда рекомендуется его замена. Заменить можно на SSD, можно заменить на жесткий диск. Вариант, что они тебе предлагали, это вариант, чтобы оставить твой жесткий диск и запихнуть его тебе вместо дисковода. Да, тоже имеет значение. Грубо говоря, эта вся процедура стоит 500 рублей, просто покупается салазка. То есть можно оставить и терабайтник твой, и вставить, скажем, SSD-шку на 120 гигабайт, это идеальный вариант. Вот. За что они говорили тебе 6 тысяч, мне сложно сказать, потому что вся эта процедура, если мы ставим SSD-шку на 120 гигабайт плюс каретка, вот, она получается вместе с работой настройкой системы лицензионной, которая у тебя ключ есть, стоит получается 1500 SSD-шка, 500 рублей каретка, это 2000 рублей, и 1500 вся эта настройка. Это считается адекватной ценник по рынку. То есть это максимум 3500 рублей, при условии, что мы сохраняем твой жесткий диск каретки. Это считается, ну, вот адекватно. Плюс-минус. 3500 рублей, мне сложно. Могу предположить, что они, допустим, SSD-шку не на 120 тебе решили ставить, а на 500. Я сказала, ну, самое минимальное. Самое минимальное. Значит, они просто либо за работу влупили тебе, то есть два раза накрутили, либо еще, потому что 6000 и 3500, это вот самое, что это максимум, что за такую работу берется. Поэтому тебе также рекомендую, вот как мы, если сделать с кареткой, как они планировали, это получается 3,5. И если без каретки, то это 3000 рублей получается. И у тебя он будет мгновенно летать, загружаться, система будет настроена лицензионная, с твоим ключом, со всеми оригинальными драйверами, все будет огонь. По времени эта процедура займет часа, наверное, на SSD хоть часа полтора. Как лучше мне сделать? Лучше тебе сделать. Я тебе бы оставлял, смотри, это без проблем. Поскольку жесткий с нестабильными секторами, в принципе, может адекватно работать просто в качестве данных. Вот. Но это так, но это такой момент. Если тебе не нужна, это, грубо говоря, этот объем, ты сказал, ты работаешь только с документами. Нет смысла переплачивать. Просто оставляешь этот жесткий диск в качестве какого-нибудь хранилища информации. Я тебе всем в кармашек на него можно специально вставить, как внешнюю флешку использовать. Как вариант. Чтобы у тебя никаких жестких нестабильных ноутбуков не было, просто ставить одну SSD-шку, это выйдет чуть дешевле, вот, и в итоге это будет комфортно. А просто вот в качестве для зрителей, для понимания, потому что такая ситуация, Вик, ты не одна. К сожалению, это вокруг и около. То есть пока мы тут с тобой болтаем, всякие чуваки вот так ездят и предлагают стоимость ремонта ноутбука в цену самого ноутбука. Разберем, посмотрим, прошивался ли BIOS, это буквально менялась ли термопаста, то есть основные моменты посмотрим. Это будет всем полезно и нам, и вам, вот, и ты будешь иметь полное представление картины. Все, я думаю, тебе через пару часов отзвонюсь. Фу, вот такой вот, вот так вот у нас, по крайней мере, я думаю, это не только проблема с Белгородом, это проблема со многими городами. Я предполагаю, сколько я смотрел видеороликов там по Ютубу, в более крупных городах еще более тяжелые ситуации, там Москва, Питер. Народ зарабатывает деньги как может, и очень жалко, что про какие-то компетенции. С точки зрения закона, они, в принципе, к ним особо не подобраться, потому что договоры подписывают. Я смотрел там в чистку у кого-то, у нас побегал, выходил там 16 тысяч рублей, какую-то бабушку-пенсионерку обули, если найду. С этой же матрицы? Да, абсолютно, с эти же ребята, то есть буквально там профилактика, то есть берут там 1000 рублей за то, чтобы достать жесткий диск, еще 2000 рублей, чтобы поменять термопасту, чтобы прикрутить шуруп, еще 1000 рублей. В общем, как в официальном дилере какого-нибудь крутого автосалона, где за каждую такую мини-процедуру берут бешеные деньги. И, конечно, работа выполнена очень грязно. Во-первых, у нас косяк с петлей. То есть, ну, если девушка отдавала с целыми петлями, вот, они, как говорится, наколхозили петельку. Назвать это плохо или хорошо мне сложно. Опять же, при разборке вполне петли могут рассыпаться, поэтому ничего говорить не буду. Но факт остается фактом. По крайней мере, как они вернули, петля у нас просто в воздухе болталась. Вы сами это все видели. То есть, даже если они это все сделали, и это не по их вине, она, скажем, высыпалась, это при разборке возможно. Работу, но они сделали, скажем так, на троечку с минусом. Вот, в BIOS мы сейчас поймем, все это разберем, посмотрим, менялась ли термопаста, просто общее. Ну, конечно же, настроим его нормальной девушке, отдадим. Это уж точно не 14 тысяч рублей, как было заявлено, а гораздо дешевле, а это просто абсолютный абсурд.
то, что тут происходит. Но таковы реалии. А вопрос в том, что вот теперь что говорит клиенту? То есть, если ты адекватный мастер, ты говоришь, как? Ты говоришь, ремонт вашего чуда нецелесообразен. Ремонт обойдется дороже, чем купить новый такой ноутбук, либо все что угодно. И это считается адекватное общение между мастером и клиентом. А если ты приходишь и говоришь, да, ой, замечательно, ремонт будет стоить 4000 рублей, а сам знаешь, что эта херня дороже 2-3 тысяч рублей не стоит. Это я называю, ну, не очень нравственно, что ли, опрятно. Это полная у нас ерунда получается. Сейчас буквально на секундочку мы один момент доснимем. И в итоге девушка, вот с такой ситуацией, вы сейчас посмотрели небольшой фрагмент, как она звонила, пришла, мы посмотрели этот ноутбук, насколько некачественно выполнена вся работа. Еще один из случаев, вот как в такой ситуации действовать, наверное, что, как принимать, как избежать этих всех моментов. Я думаю, идеальный вариант, конечно, идеальный вариант. Понимаю, что не для всех он подходит. Если у вас есть друг, знакомый, который хоть немножко, хоть чуть-чуть разбирается в компьютерах или там в телефонах, в зависимости, с чем у вас проблема будет. То есть проконсультироваться с человеком, который нейтральный абсолютно, не компьютерная мастерская, который не заинтересован в ваших деньгах ни в коем случае, насчет целесообразности ремонта. Можно просто позвонить в другой сервис компьютерный на контрасте, посмотреть адекватность, объяснить ситуацию, как в данном случае девушка не побоялась, она позвонила нам, и мы смогли эту ситуацию вот со стороны немножко оценить и помочь за гораздо меньшую сумму, чем ей предлагали в другом сервисе. Ни в коем случае не говорится то, что это абсолютно большинство так делает. То есть я подозреваю, что, допустим, на одну фирму, в одной фирме может работать несколько мастеров, они абсолютно могут себя по-разному вести. То есть если, скажем, в конторе за ним 5-10 мастеров, они работают на выезд, скажем, из них вполне может быть 5 адекватных и 5 не очень. То есть эти моменты тоже надо учитывать. Ни в коем случае там ставить клеймо на определенную организацию тут не берется. Вот. Это больше, мне кажется, все-таки зависит именно от личностных качеств человека. Но, насколько мы знаем, как, Сашка, ты рассказывал, когда если принимают на работу вот в такие организации фирмы, то есть их сразу прокачивают, чтобы они вот такие вот цены говорили, да? То есть, если вы устраиваетесь в одной из подобных организаций, просто мастером работать, то есть вас туда не берут работать мастера, если вы не будете так, как на примере с Максимом, втуливать, не знаю, 50... что там, втуливать по 50 рублей за переноску каждого там килобайта, каждой фотки сохранения информации. То есть, если вы это не делаете, мы просто там не работаем. Соответственно, компании с такой политикой менее всего, наверное, удачные выбора с точки клиента конечного, потому что вы переплатите бешеные просто деньги из-за того, что вот у них такая политика. Искренне не рекомендую ни в коем случае. Вот, в данном случае, если не хотите остаться без денег. Вот, последний самый важный момент, который я, наверное, уже там тоже проговаривал, это договоров. Читая договоры, подписывайте все договоры в 10 раз. У нас у людей есть, знаете, спокойное такое вот ощущение, что раз мы подписывали бумажку, значит все нормально. Но как с автомобилями, как там, не помнишь, эти случаи были, когда в автомобиле в этом, в салонах? Тоже подписывать. Да, у меня так подруга купила, да? Да, черри за 350 тысяч рублей. То есть она пришла и... Она пришла, да, ей показали машину, она подписала документы, в итоге она подписала то, что она купила черри. Вот. Двери закрыли, сказали, либо вы выйдете с ней так, либо вы платите штраф 150 тысяч. Который указан в договоре. Да, который указан в договоре. Это просто, это вот... Современная жизнь в автомобильной сфере, в компьютерной сфере. Здесь только очень тщательно читать договор, читать отзывы о компании и, соответственно, с кем-то консультироваться, и других вариантов нет. То есть первый момент, друзья, это хотя бы проверьте, промониторьте, сколько стоит ваша техника в случае, вот в рабочем состоянии, имеет ли смысл ее ремонтировать. Если есть человек, хоть кто-то близкий к вам, который немножко соображает компьютеров, безусловно, только через него эти все моменты проворачивать. Ну, конечно, считайте договоры. И надеюсь, что, в принципе, уверен, что в каждом городе есть более чем достойные компьютерные мастерские, которые берут вполне себе адекватные деньги за сервис, который они себе предоставляют. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Подводя небольшой итог, друзья, конечно, грустно становится, когда вот с такими вот проблемами обращаются люди. Ты понимаешь, что все-таки далеко не идеальное у нас общество, и, к сожалению, вот, не знаю, на территории России это процветает. Вот за рубежом как-то я меньше с таким, вот сколько я там, был у меня опыт двухгодичный пребывания в Соединенных Штатах, там с этим как-то все, что ли, полояльнее мне показалось. Откровенно такого вот
такой пыли, такого абсурда я не замечал. Надеюсь, что такого будет становиться максимально меньше людей. Безусловно, лох не мамонт, он не вымрет, как говорят в России. Но чем больше мы будем образовываться, возможно, даже благодаря этому видео кому-то, я очень буду рад, если благодаря этому видео кто-то обезопасит себя, обезопасит своих родных и близких вот таким случаем. Поэтому, если не пожалейте минутки, отправьте это видео людям, которые не очень компетентны в компьютерной технике, возможно, это им спасет определенную сумму денег и просто кучу нервов. Вот. Так что распространите, наверное, по максимуму. Это будет приятно и нам, и вам безумно полезно. Вот. Остается сказать только одно. Берегите себя, берегите свою технику. Все-таки развивайтесь тоже. Очень немаловажный момент. Здесь именно по факту все зависит от вас. То есть люди зарабатывают на вашей некомпетенции. Это вполне нормально, мы не должны быть во всех сферах безумно развиты. И вполне адекомпетентны, да. Вполне нормально, что человек, который не разбирается в компьютерах, доверяет человеку, который больше в них разбирается. Но здесь момент тоже, не будьте максимально, не будьте прям откровенно нулями хоть в чем-то. То есть изучите, подготовьтесь хоть немножко, чтобы это вас, наверное, не так сильно ударило в случае чего угодно. Все. А если говорить в глобальном смысле, конечно, техника — это все фигня. Даже если вы попались на такой случай, не расстраивайтесь. Это хороший жизненный урок вам тоже будет. Вот, в следующий раз не попадетесь уж точно. Берегите себя, берегите друзей, мечтайте о хорошем, развивайтесь. И с вами была маленькая компьютерная мастерская на Преображенской 78Б в городе Белгороде. Спасибо, что посмотрели это видео. Даня, Ваня, Саня, оператор Антоха. Берегите, и, в общем-то, жизнь хорошая штука, как ни крути, а это все мелочи, которые нужно проработать, изучить, понять и простить.